Добрый день. И сейчас мы зададим несколько вопросов президенту Ханты-Мансийской танцевальной спортивной организации Яковенко Галине Геннадьевне. Она является также руководителем танцевально-спортивного клуба «Современник». А, как вы знаете, наши российские танцоры и, в общем-то, и тренеры уже избалованы, да, турнирами высокого уровня, многие из которых имеют также квалификацию ADSF. Вот оценивая сегодняшний турнир, какие бы особенности вы хотели отметить, что вас порадовало? Ну, мне понравилось, во-первых, оформление необычного зала. И, конечно, Кубок Кристалла – это вообще выдающееся событие, один из самых крупных турниров в нашей России. Всегда приятно бывать на этом турнире. И огромная благодарность Анастасии и Дмитрию Титковым за то, что они проводят шикарные турниры, притом в этом году у них International и первенство России в возрастной категории «Молодежь». Это большая нагрузка на организаторов, конечно, и в связи с этим большая многочисленность пар. И во всех остальных возрастных категориях тоже пар съезжается всегда очень много на этот турнир. Это всегда говорит о хорошей организации, о профессионализме организаторов, а также о составе судей. Очень хороший состав судей, который всегда устраивает танцоров. Спасибо большое. А расскажите, пожалуйста, о своем коллективе. Насколько мы знаем, у вас сегодня же день рождения, мы от всей души поздравляем и желаем вам успешных, талантливых учеников, понимающих, да, радующих вас. Вот расскажите, пожалуйста, о них, я думаю, будет приятно услышать. Спасибо. Но у нас в этом году, 16-17 апреля, будет проходить чемпионат Сибири-Урал, в рамках которого рейтинг России и первенство Уральского федерального округа возрастной категории юниоры 2, где у нас есть пара, которая была в детях 2, вторая в России. Сейчас они финалисты России уже в одной программе. И в рамках этого турнира будет проходить торжество 35-летия нашего клуба. То есть 35 лет назад мы его создали, и неизменный состав тренерский, и в основном 80% состава спортсменов как бы стабильные пары, показывающие хорошие результаты. Пользуясь случаем, хочу всех пригласить к нам на юбилей 16-17 апреля. Спасибо большое. Я думаю, нас ждет прекрасное событие. Сегодня вы, как судья, да, оценивали сегодняшних танцоров, их выступление. Вы главный судья, да? Прошу прощения. И спасибо большое. Желаем вам удачи, успехов творческих. Спасибо. Спасибо вам за ответы на вопросы. До свидания.